северных районах Приморья стартовал лыжный сезон. Губернатор Приморского края поздравил жителей с открытием трассы в селе Дмитриевка Черниговского муниципального округа. Мы закупили дополнительно 2500 пар лыж. Также будут работать бесплатно прокаты, вот, будут работать лыжные трассы. Мы с каждым годом улучшаем эту инфраструктуру. Вот, то есть мы видим, что беговые лыжи, прогулки на лыжах пользуются большой популярностью у жителей Приморского края. Поэтому это направление является для нас одним из самых основных в зимнее время. В этом году в Дмитриевке запланировано проведение различных соревнований, мастер-стартов и праздников семейного отдыха. По словам Олега Кожемяка, скоро откроется бесплатный прокат коньков, как только ударят морозы. Сейчас для посетителей готовят и тюбинговую трассу. Напомним, с наступлением зимы в крае начинают работу лыжные трассы и катки, на которых по инициативе губернатора Приморья организован бесплатный прокат спортивного инвентаря. Всех приморцев приглашают совершать пробежки на лыжах, кататься на коньках, проводить свободное время на свежем воздухе активно и спортивно. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.